Свою готовность к отопительному сезону аварийные и экстренные службы «Орла» продемонстрировали на ежегодном смотре. Он прошел на спецавтобазе. Аварийно-спасательные формирования, привлекаемые в случае коммунальных ЧП, продемонстрировали на осмотре свою технику и снаряжение. Кроме того, уточнялись задачи звеньев и проверялось знание персоналом своих обязанностей в рамках компетенции. Можно отметить, что все силы и средства городского звена готовы к прохождению зимнего периода. Проверили технику, оборудование, личный состав готов.